Всем привет! Вы на канале «От дома до леса». У нас тут типа переездной домашний семейный фермерский видеоблог. Верит, как дела на морозе? О, на длинную гриву сосулек наморозил. А? Надо обрезать, освобождать, да, Моська? Ну ничего, освободим. Кайфульки, да? Жрецы проблемные, характеры у них мерзкие, да? Да? Ну, иногда хулиганит. Ну, а так, добряк, любит общаться с человеком. Я дурачок. Собственно, начинаем обзор. У нас тут Дед Мороз посещал нас, видите? Все в инии, весь лес белый, как вам наши красоты. И вот наши красотки. Что, Вереск, к ним хочешь, да? Какие же все огромные. Иногда с коровами повозишься, коровы-то меньше втрое, блин. Ну что, собственно, поехали. Что у нас здесь? Жеребец, советский тяжеловоз. Кобыла, Санса, советский тяжеловоз. Так, дистанцию держи. Варька, кобыла, тоже советский тяжеловоз. И вон дальняя брабансон. Будем делать советских брабансонов. Ну и малышка наша, 75% советского тяжеловоза, 25% не знаем чего, но будет высоченная, красивая, вам попа двойная, по спине лунка, если кому-то интересно, продается. Уже отняли от мамки. Морда? Морда? Вот он любит почесушки, а? Прям. Я его когда впервые увидал, что у него голова размером с мое тело, было страшновато и жутковато общаться с такими гигантскими животными. Да, в принципе, мы из города, когда переезжали в деревню, я побаивался, опасался животных крупных, коров тех же самых, прям, не знаю, отпрыгивал. Ну, потому что я, блин, знаю, как со змеей общаться, потому что я знаю, что от нее ожидать, я знаю, как это животное ведет себя. Даже, блин, в природе какая-нибудь дикая змея. Но я не знаю, как ведет себя парнокопытная, поэтому я опасаюсь. Сейчас я их все знаю, кто как себя ведет, чего от кого ждать, и по характеру, и даже если я характера не знаю, знаю, как держать дистанцию, и ничего не боюсь. А поначалу, да, помню, прям помню, что страшно было. А вы знали, что у лошади больше общего со слоном, чем с коровой? Потому что корова парнокопытная, а лошадь и слон не парнокопытные. Это отдельные ветви эволюционные. Что-то там электрики мутят. Вон машина стоит, что-то на крышу залезли, на крышу машины что-то делают. Они сейчас приходили, у меня счетчик проверяли. И что-то мутят там. Интересно. Блин, такая красота с утра. Все белое, все инеем покрыто. Машина, конечно, капец, надо ее как отогревать. Потому что стекла не видно ни черта. В прошлом обзоре хозяйства я ставил 5 копеек про наш автомобиль. Один из главных помощников в хозяйстве. Я сказал про УАЗик. Но я про УАЗик, там мне написали, типа, ой, ты умник такой, конечно, типа, японскую машину с УАЗиком сравнивать. Это не я ее сравниваю с УАЗиком, это вы мне в комментариях писали, ну, не конкретно тот, кто, человек, кто писал по поводу сравнений. А несколько человек прям так усердно прям пишут мне, что вот, блин, выкинь вот эту хрень, типа, купи УАЗик. Так что это не моя затея сравнивать УАЗик с хорошим мощным тягачом. А это тягач. Таскаю прицепы очень много на канале, смотрите ролики. Че, Верка, а? Вот они наши, алабаи и балабаи. Сейчас тусят на улице. Морозы хоть и есть, но не очень жесткие. Вон цепура длиннючая. Там у нас Чуй, главный охранник. Кабан такой огромный, капец. Чуй. Он вход у нас охраняет. Громадина. Вот весной мне сколько оттает их тут подарков. Вывозить надо будет. Но ничего. Он, конечно, внушительный. Верка в росте остановилась. Стала такая матереть, мощнеть.
А у Жади, несмотря на то, что ей, по-моему, еще года нету, у нее течка. Поэтому мы держим ее в помещении, чтобы никакой залетный кабель не забежал. Потому что ей еще год-полтора ждать своего часа. Так, ну продолжаем по лошадкам. Вот они, во-первых, в принципе-то оставшиеся наши лошадки. И там я как-то в одном из недавних роликов сказал, что на лошади работать — это архаизм. Но это так и есть на самом деле. Но да, у меня мнение получилось немножко однобокое. Я там говорил, что у меня батарейка села. Именно поэтому я мысль потерял, нить повествования. И не довел ее до конца. Я приемлю лошадь в помощь хозяйству, как, к примеру, верховое животное. То есть закинул в седло, сел и местность объехал там в радиусе 5 или там больше километров. Это хорошо, это я приемлю. Но работать полноценно, вот у меня горы сена, мне в день бывает надо 12 рулонов, бывает больше, перевозить с места на место. На лошади сколько я это делать буду, во-первых? Во-вторых, я этого не умею, и это мне все изучать надо. Лошадь надо специальную, обученную, да и может быть у нас кто-то из них и работал раньше, мы-то их брали, так по объявлению есть типа, может, обученные, но, блин, вообще это из ряда сумасшедших заморочек по мне так. То есть про лошадей я не имею в виду ничего плохого, это классные животные, но это было позапрошлом веке такая техника. Да не то, что позапрошлом веке, а сколько там, веков 20 до нас на них работали. Сейчас уже хорош, ребятки, есть трактора, чё, блин, с ума сходить. Вопросы тоже, зачем нам лошади? Ну, давайте, откуда, почему и такое вообще, и как так получилось, что такая разношерстная у нас компашка. А светленькие, как видите, это Анина мечта была завести светлую лошадку. Вон она, по-моему, пошла, если я не путаю их. На Рене девочка. Вот Аня захотела себе ее купить. А в том месте, где она ее приобретала, был еще жеребчик. Вот. А лошади все-таки табунные. Она постоянно с лошадью общаться не сможет. Поэтому решила взять, наверное, и жеребчика тоже вместе. Ну, типа, мариновать его потом, все такое. Вот. Но зато они будут парой. Уже не будет ей грустно, у Ани будет две лошадки. Потом вдруг, случайно, ну не то что вдруг, а где-то в это же время, чуть позже, она увидела объявление с тем жеребцом большущим, красивым, с длинной гривой, прямо из сказки. Ну вот, просто вот не удержались, не прошли мимо, решили такого красавца взять. Ну а дальше уже понеслась. Ну это обычная история любителей животных, блин. Вообще по сути-то. У меня и со змеями так же получилось. Сначала одну, две, три, потом сотня. В общем-то на данный момент вот тот черненький жеребчик молодой. У нас потом луна появилась. Взяли ее, потому что у нее интересная особенность есть. Один глаз голубой, один карий. А так-то ничего. Ну и она помесь стежа. Взяли ее. Луна, что ты с гривой сделала? Кошмар какой. И луна помесь стежа. И была крыта еще тяжом. Вот же кобылка от нее продается. От разноглазой мамы. Жеребчика голубоглазого тоже черного взяли. Потом проверить в будущем. Типа получится глаза разные у их же ребят. Или голубые или карие, непонятно, но вот интересно нам с генетикой повозиться. Но вдруг, конечно же, поняли, что мы что-то уже зашли далеко в своих экспериментах, желаниях, и решили немного, так сказать, коллекцию эту оптимизировать. У нас из лишних, но многовато жеребцов. Вот кобыл мы взяли под вереска тех крупных, и луна тоже под него останется. Привезли себе вот этого еще третьего жеребца, потому что у него крови хорошие, он очень большой будет. Он моложе всех здесь, кроме Луны, конечно же, вот этот вот. Но он выше и больше всех, то есть он еще растет, он вырастет прям здоровенным. А от лишних жеребцов молодых, от этого и от этого мы будем избавляться, мы их продаем тоже. И останется у нас пара, как Аня мечтала, светленьких. А, так, вижу, писюн висит, значит, то не на Рене, значит, вот это на Рене. То есть она у нас остается, девочка, и он ей в пару остается, то есть отдельная пара. Вот. И отдельный табун. Кобыла это, те кобылы и тот жеребец. А молодые жеребчики, вот этот и вон тот, они идут на продажу. Вот так, в общем. Да, не без ошибок, да, хаотичные действия. Ну, наша жизнь, мы так хотим, там пишут всякие гадости, конечно, в комментариях.
У меня куча мыслей по этому поводу, но, наверное, не стоит обращать сильно внимание на придурей. Когда своя придурь не маленькая. Кстати говоря, у всего-то на самом деле есть своя логика, как мне написали. Ведем себя как безбашенные, но на самом деле нет. Ведем мы себя, наверное, как бы так сказать, чтобы и слишком себя не упреукрашивать, наверное, как довольно смелые люди, скажем так. Решили вот изменить свою жизнь, вот пойти туда, куда, так сказать, нас тянет. Купили кусок леса сначала. Но вот шаг за шагом, вот можете пересмотреть весь наш канал, пришли к тому, что у нас огромная ферма. Постепенно, шаг за шагом, просто-напросто понимаешь что-то новое, что-то понимаешь, что понимал не так раньше. Из тех, кто с самого начала с нами, кто-то, да, наверное, помнит, что мы ехали в деревню к своему лесу заниматься курочками, яйца производить. Но, естественно, сейчас мы уже понимаем, что практически большинство переездунов из города едут заниматься вот яичным делом, яичным бизнесом. И вовремя мы поняли, что это хрень какая-то. Занялись немножко другой хренью. Насколько это хрень или не хрень, мы еще пока не знаем. Но все-таки, кажется, движемся в серьезную сторону. Вот наша большая ферма, наши коровки. Это то, к чему мы пришли. Сколько уже? Почти 2 года. Чуть больше 1,5 лет с переезда с Дальнего Востока. Тоже видео покупки фермы, обзоры потом фермы уже с более основательной, с пониманием дела кое-какого. Все это на канале есть, заглядывайте. Что тут по коровкам? Ну, Аня у нас ветеринар, она и по породам, и по лечению все шарит. А я на самом деле не помню, что по породам. И вот бык у нас полосатый, тигровый, прикольный, захотели, взяли. Ну и тем более, что он там помесь абердина. То есть можем получать мясо молочных. Хотя бы отчасти. У нас большая часть животных это поместные. Тоже недавно случай был. Еще один гаврик написал мне что-то типа, что понабрали всякой хрени, задохликов лошадей, коров черное что, козы черное что. Покупайте нубийских коз, давайте. Типа, ну, основная его мысль была: покупайте нубийских коз, занимайтесь ими, продавайте. Кто этот человек? Я понятия не имею. Там даже имя неизвестно, настоящее или нет. Какая-то картинка. Ну, то есть, это буквально каждый второй, кто пишет комментарии. Ну, ладно, я по-доброму написал, спросил у человека, сколько он продает коз в год. Ну, либо что мы можем получить из его комментария. Либо он профессионал и советует делать что-то уже основательно, либо нет. Я вот с целью такой и задал вопрос. Он что-то написал непонятное мне, я ему честно подкорректировал, что вот сказал, что я с такой-то целью интересуюсь, понять, какова квалификация того, кто советует. И все, человека башню снесло, давай меня там оскорблять. Я его, короче, заблокировал. Я бы не обращал на это внимания, если бы это был единичный случай. Но таких много в комментариях. Тупо пишет какой-то совет. Причем, знаете, просто совет бы написал, я бы не обратил внимания. Но тут он моих животных обосрал. Типа, меня вроде не оскорбил, окей. Но обосрал все, чем я тут занимаюсь, окей. Я тогда спрошу, кто ты вообще. И все, и поехала крыша. Вот это вот у этого конкретного случая. А вот таких вот комментаторов полно, кто говорит, не так должно быть, делать надо так. И все, без оснований, без пояснений, без вообще, кто ты такой. Понятное дело, что обращать на такое я стараюсь внимания не обращать, но просто-напросто к сведению, что слишком неадекватные люди отправляются в баны. У меня там уже человек 50-60 заблокированных на канале, и я вообще не жалею. Типа, о, был бы канал больше, на несколько человек пошли, они в жопу нервы треплют. Поместные, вернемся к теме уже тогда уж. Поместные у нас именно потому, что я уже, кстати, объяснял в каком-то видеоролике, что нас, во-первых, интересуют животные определенного типа, там, вернее, конкретно не определенного на самом деле, а всякие интересные животные. То есть вот бык полосатый, как тигра. Тут вот не видно нифига в таком освещении. Вот эта коровка, ну она еще и на зиму у нас перецвела, вот морда немного полосатая, весной, можете ролики наши старые посмотреть, она полосатая как тигра, вот полосатая как тигра, мы ее даже назвали Амба. Плохо видно при таком освещении, и
в зимней шубе у них. Она шуба больше коричневой шерсти нарастает, не видно их полосок тигровин. В общем, нам захотелось полосатых коров, мы их набрали. Это, во-первых, просто потому что захотелось, во-вторых, потому что генетически, да, они теряют свойства конкретной породы, там какие-то высокие выведенные, но они зато крепче, чем породистые животные, определенно. Да, можно брать какую-то конкретную породу крепкую, но не скучные, не интересные, все одинаковые. А мы такие вот, нам бы подвыпендриться, нам бы что-нибудь интересненькое. Вот вариант. Красивая голубая корова. Вот голубая корова. Нам интересно было голубых завести. Мы завели голубых. Это помесь мясной. Я уже забыл породу, но подписи внизу появляются. А это помесь... Уже даже далеко не помесь. Да, она была помесью. Там тоже рассказывал в ролике, что в поселке начали появляться семени покупного голубые коровы. Люди не парились, типа, о, приедьте, семинаторы, осемените нам коровку. Семинаторы приезжали с каким-то семенем. Ну, а голубое семя породистых животных, породы в мире всего две. Одна мясная, одна молочная. Так что мы выяснили, что это у нас за порода. Причем она уже во втором или третьем поколении голубая от голубого быка и беременна тоже сама от голубого быка. В январе ждем голубого теленка. Ну и чтобы совсем уже все у нас худо не было, потому что на самом-то деле мы покупаем, что попало, откуда попало, да, возможно, они будут и отличные коровки, да, скорее всего, будут хорошие коровки, мало вероятности, что нас обманули в этом, а если обманули, то мы для подстраховки брали себе хороших коров. Вот у нас красногорбатовская чистая, где-то вон там еще тоже красногорбатовская, чистый бычок растет, джерси, телочка джерси растет, вот красногорбатовка. А вот у нас Монбельярд, корова чистопородная, типа. Но, вот, кстати говоря, и вот вам от чистопородности. Она у нас самая слабая по здоровью. Типа, вот, самая породистая и самая слабая. Те же дорперы, вон там сейчас до овец дойдем, они тоже болеют у нас значительно чаще, чем обычные овцы. А овцы обычные у нас тоже помеси дорпера и всего подряд. То есть, отец дорпер, остальные мамки с чего попало. Тут у нас молодые телки, вот они, тоже джерси, это я не помню, что с чем, панда наша, наша Луша, которая рождена у нас тут уже на этой ферме, первый теленок появившийся, а? Луша-баклуша, смешная такая растет. Кстати, про обезвоживание тоже взрослых коз видео недавно делали, наверное, ответ сделаем тем, кто интересуется, чем, какие препараты использовать. Ее мы тоже обезраживали, она не родилась безрогой. То есть вот панду, хозяева, которую мы покупали, обезроживали какой-то мазью жгучей, которая выжгла зону роста на башке. А здесь, ну, вот, продается оборудование термокаутер, что является по сути куском трубы с паяльником к нему приделанным, в розетку втыкаешь, труба нагревается, ты выжигаешь. Мы взяли просто кусок трубы, нагрели газовой горелкой и выжгли эти же зоны роста тем же самым способом. И все, рогов нету, все отлично. В этой тоже нету. Не знаю, что за средство, но оно, видим, работает, рогов тоже нету. Вот, коровки всякие разномастные, самые прикольные. Нам так нравится, нам так хочется. Тома, самый наш дирижабль здоровенный, по срокам у нее уже все сроки вышли, должна была рожать, но как пишут, как говорят, что до двух что-то там недель, что ли, или сколько могут переходить, так сказать, но ждем теленка, когда она уже выродит, поэтому она, собственно, отдельно здесь и стоит. Овечки! Дэми! Собственно, что про них сказать? Овцы тоже разномастные, тоже помеси дорпера практически все. Либо 50%, либо 75%. Все такие стройненькие, хорошенькие, отъевшиеся. За лето хорошо нагулялись. Одна вон, вот эта вот старуха ходит. Она у нас катумская. Да, кстати, здесь есть частично помеси катумских. Но нам главное, чтобы они линяли. Линяют не 100%, частично, но частично достригаем и фиг с ним. Это старушенция, на мясо не пошла, думали, на мясо собакам спустим, осмотрим, она беременная, брюхатая опять. Ну, думаю, ну ладно, пускай рожает, муж еще овечку вырастет. Где-то здесь ее дочка, вон она, белая, с черными глазами. Может быть, еще одну выродит. Ну и первые наши, самые первые овечки, мы, переехав в деревню, взяли там трех овечек, барашка и двух овечек, и несколько козочек. И вот бро полностью черная, ну потому что бро, камон, нига.
И такая же черная, вот она, с шапочкой на голове, с тюбетейкой, поэтому зовут ее тюбетейка. Это две наших первых овечки, они помеси, что-то там гисара, что ли, с чем-то еще, с какой-то жирнохвостой овцой. Но видно, что она заметно выше и крупнее вот этих помесей дорпера. Что это, что одна, что вторая, они такие крупные довольно. Так что не прогадали, хотя бы выросли большие. И мякиш барашек, который с ними был, он у нас был выкормыш, он хоть был маленький, но крови у него такие же. Маленькие, ну как маленькие, он был нормальный на самом деле, не меньше вот этих, но чуть меньше вот этих, или с них примерно размером. Мы его продали тут неподалеку соседям. Его размер обусловлен лишь тем, что мамка его погибла и не кормила его ни дня. То есть он не получал ни молозива, молоко он получал козье, сколько получится. Поэтому махнуть в рост он не смог. Он вырос таким, каким вырос, а генетика у него все-таки хорошая. Поэтому дети вот тюбетейки и бро от мякиша вполне себе хорошие выросли. Не помню, где здесь где-то овечка бегает. И барашек вон там у нас бегает, мякиша и тюбетейки, назвали тюбик, он здоровее батяни уже, хотя он еще мелкий, сколько ему там месяц, а не мелкий, месяцев 10 уже, вот он, и он чуть больше уже мамки даже, и он еще расти будет, так что нормальные крови у них, единственное, что это не линять они не будут такие. Этот барашек еще где-то один здесь у нас бегает с козами, чтобы не крыл нам там лишних овечек. А, ну вон он, кучерявый. Он помесь дорпера, 75%. И вот этот гаврик баранов мы будем продавать, если кто купит. Козы, по поводу коз, по поводу рогов их, у них все отлично. Они уже на второй день пытались тут вовсю бодаться друг с другом, бошками бились. В общем, чувствуют себя шикарно. Ничего у них не болит, вон, заживает, закупорились эти отверстия у них в голове. Гемостатические губки там спрашивали, типа, как их оттуда добывать, доставать. Их не надо добывать, она на то и используется, гемостатическая губка, что, к примеру, при полостной операции или еще куда-нибудь закладывается пациенту, куда-нибудь в брюхо все это зашивается, и она там, если вдруг кровотечение есть, эта губка его там останавливает внутри, потом рассасывается и выводится из организма. Молодым его так вот подрезали покороче, сделали рога, чтобы не напарывали друг друга, а то тоже очень любят это дело. Так что козы не страдают, и с ними все отлично. Иерархия, по-моему, осталась вся та же самая. Речка не стесняется башкой лупить. Ничего страшного. И чувствую себя шикарно. Вон она, сисяй бочка. Она у нас быстрее всех, раньше всех будет рожать. Залетела быстрее всех. Как показала ферма себя в морозы с таким небольшим количеством животных? У нас было недавно 3 дня прям жестких морозов, 25-30 с лишним, 3 дня. В эти 3 дня у нас здесь температура упала, по-моему, до минус 3 или минус 5. И теперь уже неделю температура стабильно держится минус там, 12, до минус 18 падает. Такая вот скачет, ну примерно стабильно хотя бы зима. Нету вот этого от плюс 1 до минус 30 не скачет, а просто стабильно вот такая холод минус. И при этом у нас при такой температуре здесь держится 0, где-то от минус 1 до там плюс полградуса. Вот возле коров поилки с водой. Мы видим, водичка есть, и вот там, где бык, вода есть, а дальше коров нету, там поилки перемерзли, замерзли вообще к чертям. Туда вода не доходит, потому что труба замерзла. Но ничего страшного, ничего не выдавливает, ничего не лопается, и ладно, переживем. То есть вот у быка вода есть, что попить, а здесь нема, замерзла. Там все замерзшее, вода сюда не поступает, в трубе лед. По той стороне, везде, где поилки у нас не используются, где нету большого количества коров, там, естественно, температура ниже нуля, то есть вокруг коров аура тепла. Где тепла нету, там у нас я поилки высверлил, просто воду спустил, потому что сливных отверстий нигде никаких нету, кранов. Вот он, бачок этот с унитазным механизмом, который мы пополняем так шлангом. Вон там помещение, где у нас есть шланг, оно помещение отапливаемое, там ничего не перемерзает. То есть мы вытаскиваем оттуда шланг, здесь заполняем воду коровам. Вот и все. Потому что если трубы
по трубам проводить воду, то она бы, естественно, там перемерзла, сюда бы не дошла. Поэтому вот так, в общем, заполняем. А что я сделал? Я просверлил 8-миллиметровым сверлом вот так вот возле дна каждый бочонок и спустил воду, когда было минус 3, потому что замерзало все здесь, и даже возле коров. Воду спустил, как только температура поднялась до нуля, здесь я просто вставил болт, гайку и резиновую шайбу изнутри, чтобы вода не выходила, и все. И этой мы пользуемся. Теми не пользуемся, потому что там, естественно, холоднее, чем рядом с коровками. Хотя бы их индивидуально поить не надо. Индивидуально поим ому и ведро ставим с водичкой. Ну и этим вон ведро с водой стоит. У коз, у овец. Сейчас на улице минус 18. Довольно холодно и гляньте, какое все блестящее, красивое. Стены инеем покрыты, окна, вытяжка моя. А через два дня, к Новому году буквально, 31-е, 1-е и 2-е будут теплыми. Что-то там до нуля аж подниматься будет температура. И как думаете, что тут будет? Да, тут будет кошмар. По стенам вода будет течь, с потолков будет капать по всей площади вода. Надо будет вентилятор на весь день втыкать. Но хотя бы здесь будет, наверное, около плюс 3. И потом посмотрим, как пойдет дальше зима. Сейчас вот в декабре должна разродиться ома, но фиг ее знает, когда она разродится. Дальше у нас красногробатовская наша, вот эта вот ананетель, она еще ни разу не рожала, разраживаться будет. Это январь, планируется у нее конец января, но судя по тому, как она готовится, Аня тут за ней следит, говорит, что скорее всего она в начале января может нам выдать теленка. И вот голубая коровка, от которой ждем голубого теленка, тоже у нас где-то январь, конец января будет рожать. Спрашивают, типа, куда вы молоко одеваете, как реализуете? Да никак мы не реализуем. Дело в том, что одна из распространенных ошибок, типа, все говорят, покупайте нителей. И мы, да, теперь усвоили этот урок. Надо было брать нителей, хотя некоторых коров мы бы все равно взяли, потому что они уникальны, либо голубые, там, либо полосатые. Ну, в общем, взяли мы коров уже дойных, и после дальнего переезда я их возил где-то 100 километров, а где-то 800 километров. Большая часть животных у нас более 500 километров ехали. До нашего места дислокации. Поэтому они с таких перемен, там с какого-нибудь сарая забираешь животное, оно привыкло к другой жизни, к жизни сарая, а не в стадии, не в ферме, к другим людям, к другим кормам и все прочее. Естественно, животное просто уходит в самозапуск и все, и не хочет давать молока. Я уже это объяснял. Мы упорно продолжаем пытаться их доить, но выдают они там буквально как козочки. Единственное, что вот мы стараемся все равно продлевать срок их лактации, именно для того, чтобы он в будущем у них не сокращался. А Аня доит пока вручную, потому что, ну, смешно на несколько литров пачкать доильный аппарат. Доильный аппарат у нас есть, он стоит, ждет своего часа. И вот, собственно, как я сказал, скоро дождется коровы рожать будут, и посмотрим их удои. Такая же ситуация у нас была по прошлому году, когда мы взяли дойных коз, они нам давали по там стакану молока, это было нелепо, это было смешно, по пол-литра. В этом году они нам давали уже по 3 литра. Просто-напросто освоились, разродились в новом месте и с нуля начали давать хорошие удочки. Поэтому с коровами, скорее всего, получится то же самое. Будут уже привыкшие к нам, привыкшие к этому стаду, привыкшие к этому помещению, кормлению, будут уже со своими детками и давать нормально молоко, нормальные удои. А какие по объемам, подписывайтесь, узнаете в будущем вместе с нами. Кстати, по переработке молока, так как коровы рожать-то скоро будут, вот кусок нашей, так сказать, кухни молочной – это холодильник, где предполагалось, что будут храниться продукты. Но такая засада нас ждала с этим холодосом. Почему он стоит у нас на ферме, уже год пылится. Так как ферма строилась в доисторические годы, двери здесь далеко не стандартные. По высоте они достаточно низкие. Они достаточны для прохода взрослого человека, достаточно высокого, но холодильник в них не влезает. Прикиньте, жопа какая. То есть современный МТЗ не в современной кабине не влезает в ворота фермы. И, блин, холодильник целиком ты не втащишь. То есть у нас там вот административная часть, да, где все кухни и прочее должно располагаться. Но ни в одну. И там есть три двери, три входа туда. То есть с одной стороны с дальней, там сбоку есть и сюда.
И ни в одну из этих дверей холодильник этот не влезает. Ни по высоте, ни по ширине. А ширина у него больше, чем высота, поэтому нет смысла его кантовать. Потому что многие сразу советуют, а надо перевернуть его. Нет, он не входит туда. Поэтому он у меня еще и сгорел, к тому же. Мне тут сосед помог, перепаял плату. Я все, не доберусь поставить эту плату на место, запустить этот холодильник и продать, наверное. Нафиг он нам нужен, стоять просто так на ферме. Вуаля, наша будущая кухня. Пока здесь нет ни черта, здесь довольно грязненько, потому что здесь у нас типа склада было и уголок под стиральную машину. Что планируется? В первую очередь нам нужна, в принципе-то, кухня, хотя бы себе еду готовить, ну и молочку перерабатывать. Поэтому взяли мы газовую плиту, еще новенькая, ничего не ставили, не устанавливали, ни конфорок, ни черта нет. Нету столов, ничего. В общем, все буду ставить самостоятельно. В углу будет стоять плита. Дальше будет столешница. И здесь будет холодильник. Ларь куда-нибудь уберем. Морозильный. Мойку будем здоровенную вот эту использовать. В ней удобно будет мыть всякие кастрюли большие и все прочее. Тем более, что мойка есть. Она у меня с Хабаровска приехала, но у меня всегда была. Ни разу не использовали, вот здесь будем использовать. Здесь будет стоять мойка, еще одна столешница здесь будет, и под столешницей будем располагать стиралку, потому что если она здесь стоит, здесь есть вывод воды, то что бы здесь ее не использовать. Единственное, нужно будет разводку сделать, чтобы вода на мойку еще подавалась, и в будущем, если потребуется, пока мы не берем, хотя очень хотели, здесь есть 320, это трехфазное электричество, щиток. Можно будет поставить здесь сыроварку, ну и к ней тоже воду подвести. А пока сыроварку мы решили не брать, хотя хотели уже вот на днях, думали брать, но прикинули, что при наших объемах молока, которые будут на старте, можно и самостоятельно делать все, что надо, и сыры, и прочее, ну то есть без сыроварки, вот на плите. А если у нас что-то пойдет не так, то эту сыроварку за безумные деньги, там больше 200 тысяч, мы уже потом никуда не денем, тем более за такие деньги. Поэтому начать мы можем вот так, опробоваться, так сказать, и дело пойдет, и хорошо, если пойдет, и коровы еще там к лету, значит, все разродятся и летом, то тогда, ну, если нужна будет уже такими объемами сыроварка, можно будет ее и взять. А сейчас еще спешить деньги тратить, это не дело. Освещение тут так себе, рано еще зимой смеркаться начинает, поэтому еще хуже видно. Собственно, навоз, система навозоудаления цепная, ну, это я все подряд рассказываю для тех, кто на канале, может быть, впервые. Навоз коровы какают, здесь у нас большая довольно площадь, дана им метра два с лишним, ну, такая ферма была. И, собственно, какают они себе под ноги, мы просто тяпкой это сгребаем, вот она тяпка стоит, в систему навозоудаления, и все это у нас уходит туда. Кстати говоря, вентиляция здесь вот такая вот есть, но она очень слабая и очень энергозатратная, поэтому тот вентилятор в окно я и впендюрил. Он очень мало берет электроэнергии и очень много тащит воздуха. Он гораздо эффективнее, чем вот эта вот труба. От коз и овец тоже, кстати, ждем окотов, но когда это происходит, произойдет, мы не знаем, потому что мелкий рогатый скот у нас просто гулял с козлами, с баранами вместе все лето, кто когда там крылся, хрен их знает, у нас не было времени следить еще и за этим. Вот сюда у нас приходит горизонтальный навозоуборщик, и вот здесь вот уже наклонный выплевывает на улицу. Я тут заткнул, чтобы меньше дуло, меньше холода поступало, меньше тепла уходило, ну так. Хотя бы для галочки. Все это запускал сам, лично. На канале есть даже видеоролик отдельный, как я копаюсь в кокульках. Собственно, с навозоудалением работа у меня построена так, что 2 дня мы копим навоз. Прямо вот здесь в лунке, включая навозник, я это все дело продвигаю сюда. Вот здесь вот оно потом вот стоит, дальше копится. Вернее, здесь-то не копится, здесь стоит. А там дальше еще 2 дня копится. И когда уже 4 дня накопится, я запускаю трактор, стараюсь его постоянно на морозах не запускать, а выбирать дни потеплее. И ставлю его под навозоуборщик в ковш, это все дело вываливаю и вывожу. Как-то так. У меня иногда у самого, знаете, такое в голове, идешь такой, у меня ферма с коровами, как так получилось? Вспоминаешь себя того, кто, там, не знаю, я работал
в офисе, просто рабочий день у тебя в офисе, логистом я работал, грузы возил по стране, приходишь домой, ну, собственно, и играешь в компьютер, все, вся моя жизнь была, вот тот я и теперешний я, это такая разница для меня удивительная, но мне интересно, интересно продолжать и не останавливаться. Но такие перемены в моей жизни, кстати говоря, произошли благодаря, в том числе и комментаторам. Только сейчас эти комментаторы у меня в комментариях под видео, а тогда они были у меня в жизни. Всяческие такие, типа, ничего ты не умеешь, ничего у тебя не получится, до сих пор пишут, не знаю, на что эти люди рассчитывают, но спасибо вам, благодаря вот таким вот умникам у меня есть силы заниматься всем этим дальше и упорство, просто назло. Я развиваюсь, почему нет? Типа обижаться, грустить. Но через это я прошел уже достаточно. Закалялся, так сказать, на всем этом поприще всяких негативов и депрессий. Поэтому я и стараюсь быть на позитиве, даже когда происходит какая-нибудь жопа. Я, конечно, что скрывать, иногда нервишки сдают, психуешь, но ничего. Мозг-то когда включается, ты же все понимаешь и работаешь дальше. Красавцы все-таки. Нравятся мне эти огромные лошадки. Тут такие языки снега над башкой висят. Надо будет подшибать, чтобы ни на кого не упало. А то мы ходим здесь. Обалдеть. Че, Вереск? Гриву твою очистить надо. Надо им еще копытами заняться. Получше сделать. А то, ну там, да. То есть я бы на это внимание стараюсь не обращать. Некоторые из вас в комментариях обращаются. С копытами-то как? Мы научились с копытами справляться, но не все животные этому благоволят. То есть кто-то вот огромная лошадь жила где-то 7 лет и ни разу в жизни, блин, не давала никому ногу. А мы тут новички пытаемся с ней справиться. Ну ничего, со временем справимся и с этим, мы не сдаемся. Че, Вереск, надо воды тебе принести. Кстати, вот это нормально, там начнут сейчас переживающие. Лошади вообще-то так жажду зимой утоляют в норме, но мы им водички тоже периодически даем. В общем, я строю станок для расчистки копыт. А молодежь наша, вот эти светленькие, темненькие, и они у нас же ребят росли, поэтому мы их с мелку приучали ногу давать, и с ними проблем меньше, и с копытами у них получше. Ну, в общем, успокоить всех тех, кто беспокоится о копытах наших лошадок. Все путем, все нормально, мы разберемся. У нас довольно холодно, по территории долго на улице шляться не буду. Вот у нас есть еще такой вот гараж, там внутри печка, два места. Одно из них занято у нас сейчас зерном. Тоже спрашивали, почему машину я не ставлю в гараж, потому что там зерно. А второе место занято нашим трактором. Есть у нас трактор с фронтальным погрузчиком. Вон он, ковш, которым я тут снег гребу и навоз вожу. И вилы еще, которыми я, естественно, сено вожу. Какие перемены. Я, знаете, не отмеряю год в жизни к концу года сейчас, ну, в данный момент. А отмеряю итоги, наверное, уже всего переезда. Потому что мы наконец-то нашли место, где хотим конкретно вот уже точно обосноваться, остаться, повиснуть. Если все пойдет, дела пойдут хорошо, то и мы здесь и обоснуемся, это хорошо бы. По крайней мере, мы к тому идем, к этому стремимся полным ходом. Тоже сейчас начнут, блин, вот эти вот, типа, если ты сомневаешься, значит, что-то не так, да, значит, это 10, то у тебя какое-то слабое место и все прочее. Сомневаться, блин, и иметь критическую точку зрения, это нужно, то есть это, по сути, одно и то же. Ты не можешь быть во всем 100% уверен. Ну и перемены, собственно, значительные, основные в нас самих, в понимании, в знаниях, в умении, так сказать, невзгоды преодолевать. Мы кучу трудностей преодолели, не знаем, какие еще нас ждут. Но мы очень много превозмогали, превозмогать продолжаем. И познавать себя. Вот это главное, что ты узнаешь, сколько, блин, трудностей может свалиться. Ты просто охреневаешь, продолжаешь делать. Ну, то есть, что-то, блин, ни хрена, как это все сложно, думаешь, со стороны смотришь, начинаешь разгребать, делать. В итоге что-то там не получаться может, в итоге все равно получается. И ты в итоге все равно движешься куда-то. Так что не вижу смысла сомневаться.
Ну и тоже по поводу советов. Кто-то из блогеров там переезжает, начинает это дело рекламировать, советовать. Я нифига не советую. Вот у нас была приличная финансовая подушка, да, благодаря чему мы смогли взять даже огромную ферму себе, кучу земли, 100 гектар тут. И это было очень трудно, очень тяжело. Сейчас нам уже полегче, потому что мы там более-менее как-то организовываемся, но тоже все равно еще достаточно тяжело все дается. А сейчас еще и молочка пойдет, но об этом отдельная тема будет. Я не советую тем, кто не готов к серьезным испытаниям. Типа, сейчас перееду в свой дом, буду независимым и все такое. Это дофига возни, дофига работы обычно. Ну и тоже там всякие советчики бывают, в комментариях появляются. Типа, ну либо говорят, что вы не так делаете, надо так. Либо те, кто сомневающиеся, там пишут, что давайте там нам свой бизнес-план расскажите, как это вы так без какого-то определенного бизнес-плана вообще всем этим занимаетесь, что вас ждет, знаете. У нас такое, блин, поверье какое-то, что вот если у тебя есть бизнес-план, значит ты выиграешь. Мы стараемся рассчитывать практически все, мы рассчитывать стараемся многое. Но жизнь-то ставит свои, так сказать, корректировочки. И частенько получается не по расчетам. Вот мы прикинули, что самое выгодное и дающее больше шансов к выживанию — это молочка. Поэтому мы завели себе коров. Мы не хотели коров, кто смотрел нас. Вообще никаким боком нам не хотелось коров. Но выжить с молочкой больше шансов. Это большой перечень продуктов. Даже, блин, самих себя прокормить в случае чего. Мы ей занялись. Но, это вот больше всего шансов, просто шансов, но это не гарантированный успех, как мы знаем, да? Просто надо брать и делать, не сидеть на диване с этими бизнес-планами, типа, я никуда не шевельнусь, пока не буду уверен в своем успехе. Да в России вообще ни в чем нельзя быть уверенным. Завтра вы сдадут закон о том, что запрещено, блин, быть бизнесменом, давайте мы там будем сами цены регулировать, введем плановую экономику и все, и катитесь со своими бизнесами. Это я, конечно, утрирую сильно до юмора, но вот все же нельзя быть во всем уверенным. Никак. Да, там надо прикидывать, надо рассчитывать. Вот я сейчас рассчитаю, да, напишу там свой бизнес-план, выложу его вам. И наверняка там и сам ошибок наделаю. И что, и получается, я кому-то советов надаю, что ли? Да с какого хрена? У вас свои должны быть какие-то чаяния и стремления к чему-то. Если они у вас есть и они достаточно желанные, то вы, блин, по-любому, хоть с бизнес-планом, хоть без, пойдете к этому. Совершите ошибки, попадете в просак, потеряете время, деньги, получите опыт, блин. 2-3 раза пойдете к этому, не получится. С 4-го, с 5-го, да хоть с 10-го раза у вас получится, если вы достаточно хорошо этого хотите. А если вы этого не хотите, вы сидите и ждете от кого-то бизнес-плана. Дайте нам тему, которая точно пойдет. Ага. Это, наверное, единственный совет, который я могу дать вот прямо, типа, действуйте, блин, если хотите, рискуйте, дерзайте. Все, что я могу посоветовать. Остальное я ни хрена не советую. Потому что, ну, все сугубо индивидуально. Тоже еще есть там комментаторы, которые, типа, знаете, у меня был такой знакомый, я его тоже заблокировал, мне и в комментариях писал, и везде. Ну, типа, миссия у него такая, я же твой друг, говорит, поэтому моя миссия — тыкать тебя носом в говно. Если я не сделаю этого, то никто не сделает. Типа, вот такая вот логика у человека, и постоянно он мне говнил просто все настроение. Типа, не знаю, то там херово у тебя, то неправильно, пошел ты с этим фигней, делай вот так, бла-бла-бла-бла. И вот есть такие в комментариях, тоже пишут, тут недавно был, что мы за вас переживаем, и я вот, я такой-то, такой-то, я прошел все это дело, типа, я все знаю, у вас ничего не получится, и все у вас через жопу, делайте так, как я сказал. Господи, это, знаете, как родители, которые не хотят до последнего своих детей отпускать, и типа, что у них как бы своя жизнь, они должны свою жизнь проживать, свои ошибки сами совершать. Это нормально. Вот. И даже если вдруг мы здесь попадем, так сказать, со всей этой огромной фермой в просак, да, со всем своим хозяйством и прочим, это, блин, наш выбор, наша жизнь. Это я не конкретному человеку отвечаю, а объясняю уже всем. Просто говорю, как я к этой мысли пришел.
наш осознанный выбор жить вот так, среди вот этого всего. Если у нас не получится, это будут наши ошибки, наши потери. А вам мы просто позволяем за всем этим наблюдать. Ну и, кстати говоря, если вы занимались чем-то похожим или примерно таким же, проходили, так сказать, свой жизненный путь в своих условиях, а мы идем вообще-то немножко, наверняка, я думаю, в отличающихся условиях, и мы другие люди, наверняка у нас будут другие решения и все тому подобное, не факт, что мы придем к тому же самому. Не нужно проецировать свой больной опыт на кого-то. У кого-то может получиться, а если нет, то наши ошибки, наши дела. И да, не только эти уникумы у нас пишут, на самом-то деле их меньше всего, это меньшинство, нервы портит, а большинство нас поддерживает, и огромное вам спасибо. У нас год заканчивается, всех с наступающим, а тех, кто смотрит после Нового года, уже с наступившим. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы нас поддерживаете так активно, много вас стало в этом году, вы главное приобретение для нас. Все, всем пока, всего доброго. Классного вам Нового года!